Приветствую всех на своем канале, с вами Маркела Борис. Часто задают такой вопрос, чтобы я помог людям научиться записывать видео. Ну, я не знаю, что вы конкретно от меня хотите, но сейчас я могу показать весь процесс, как он происходит на программу OBS. OBS – это программа не только для трансляции, но и для записи видео. Если вы записываете вот такой скринкаст, то вы можете ей воспользоваться. Что вам нужно будет? Под этим видео будет ссылка на официальный сайт, где вы можете скачать данную программу. Я говорю, абсолютно бесплатно, абсолютно для своего использования. Вот так вы можете закрепить свое личико с веб-камеры записывать. Если вам оно не нужно, личико записывать, а просто нужно записывать экран, вы делаете вот так вот. И тогда вашего лица не видно. Но, тем не менее. Что нам нужно будет далее сделать? Когда вы скачали программу OBS, вы заходите в настройки, и в настройках вам всего-навсего нужно будет нажать именно определенные штуки вам сделать здесь. То есть я уже показывал, здесь вот у вас будет запись, и формат записи вы должны будете здесь выставить MP4. Сейчас идет трансляция, и я вам не могу показать, как это выставляется. То есть вот здесь вот вы нажимаете настройки, нажимаете вывод. Вот здесь формат MP4. Это все, что вам нужно. Это настройки для потокового вещания. Аудио вы не трогаете. Буфер повтора вы не трогаете, если вы просто программу будете использовать для скринкастов. Все. В принципе, это все, что нужно. После этого вам нужно будет запустить свою программу, настроить. Если вы собираетесь показывать захват экрана, соответственно, вот здесь вот плюсик вы нажимаете захват экрана. Вот ваша программа для записи скринкастов, то есть видео с вашего компьютера готова. И она не требует никаких лицензий, не надо больше ничего устанавливать. Просто нужно воспользоваться этой программкой. Также, если вы хотите записывать отдельно видео, например, со своего браузера, просто окно показывать, значит, выбираете захват окна. Ну, в любом случае, можете обращаться ко мне по контактным данным, которые вы найдете под этим видео. И также я закреплю курс по OBS. Стоит он на данный момент 199 рублей. Вы спокойно можете его зайти и купить. Также там есть курс «Как продать себя дорого» и курс, который называется «Приглашение приглашаю». Курс полностью «Приглашение приглашает» стоит пока до 30 декабря 699 рублей. Курс по ОБС стоит 199 рублей. И курс «Как продать себя дорого», где я рассказываю, чем заняться в интернете и как продать себя дорого, тоже стоит 199 рублей. Новогодние цены, новогодние праздники, новогодние подарки. На этом заканчиваю. Всем привет!